days are cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Самый большой самородок золота, который был найден в 1980 году аж в Австралии. И находится он в отеле Golden Nugget в Лас-Вегасе. Весит он 27 килограмм, 700 грамм, практически 28. А тут маленький поменьше нашли. Называется это «Счастье рука веры». Вообще это желтое золото. Такой вот самородок. Не так легко его было найти, но находится именно в лобби. Если заходить в отель, то по правую сторону. Тут немножко надо будет походить, поискать, но можно спросить у людей. Или просто походить, погулять и сразу найдете. Но мы где-то потратили минут 10, чтобы найти его. Классная штука. В общем, девчонки-любительницы золота, приходите, посмотрите. Как вам такое чудо? Как будто скелет. Головы динозавра. Вот моя рука. Какая-то штука громадная. Находится на втором этаже в Космополитене. Находимся в отеле Фламинго во внутреннем дворе. Здесь такие водопады красивые. Все красивое. Мани Хочу называется. И рыбы большие вот там вот плавают. Продолжение темы животных. Мечта для рыболова. Это очень классно. Классные уточки. Они тут тусуются, их место. Такой розовый мостик возле фламинго. Тут они классно себя ведут. Хорошо себя чувствуют. Кого я случайно нашла? Фламинго. Реально настоящий розовый фламинго. Почему-то у них цвет такой, как у вареных креветок. Извините, пожалуйста. Они реально настоящие. Я не знаю, что они кушают, надо в Википедии будет почитать. Боже, я такая счастливая, я их нашла. Такие вот талисманы отеля. Да, фламинго больше оранжевые. Их 10 штук, кстати. Я не знаю, кто из них девочки, кто из них мальчик, это загадка. По-моему, они отдыхают на солнышке. У них после ланч тайм. Смешные такие.
Все, я ушел спать. Так смешно, что они меня начали. Ну, просто отдыхать, загорать на солнышке. Получать солнечную энергию. Сегодня уже другой день, и я опять вернулась на это место поснимать фламинго. Не в солнечной атмосфере, а в такой полчетвертого вечера сейчас дня. Вот. И они хоть немножко ожили. Видно, что у них пирожки такие красно-оранжевые, классные. Они активно себя ведут. Рыбка золотая. Черного лебедя что-то не видно. Куда-то он ушел. По своим делам отдыхать. По-моему, они целый день отдыхают, ничем не заняты. За куточку я нашла черного лебедя, который гуляет с другими уточками. Сейчас их будут кормить. Голодающая по Волжье. Вид у нас открывается из второго отеля. Мы сейчас находимся на 67 этаже. Так вот здесь. Можно сказать, тепло на улице, 14 градусов по Цельсию. Вот там вот вдалеке большая открытая площадь, это аэропорт. И внизу у нас центральная наша улица, Стрип. Так вот он называется. Покажу быстренько наш номер. Тут, конечно, у нас гармыдер. Первый номер был в отеле Harrah's. Но я видео не снимала, просто сделала фотографии. Вот. Большая кровать. Но это не king, это queen. Queen size, мне так кажется. Тут шкаф зеркальный. Это я. Так просто видео снимаю на память. Не могу сказать, что я в восторге от этого номера, но шо маемо, то маемо. Два телека, я не понимаю, зачем. Вот, смотрю я ТСН, новости, ТСН тыждень за 5 марта. Снимаю я сегодня 7 марта, завтра 8 марта, да-да. Самое интересное, в отеле Harrah's был кофемейкер и чай-кофе, и возможность там делать себе какие-то напитки. Тут нету ничего, эти все шкафы пустые, тут мини-бар, вот здесь мини-бар. Но есть микроволновка, в которой я, собственно говоря, и грею себе водичку для чая. Вот мини-бар, сейчас быстренько пробежимся, что у нас почем. Сода, то есть наши напитки типа Спрайт, Фанта, Кока-Кола от 6 долларов, кофе 7-8, чай 7. Здесь вход. Классная картина. Но это не картина, это фотография. Тут вторая, но она такая so-so. Вот, а больше мне вот это нравится, девчонка. Такая не маленькая. Ванная комната, безумно скользкий пол почему-то. Я рассчитывала на более безопасный пол. Душ. Мне кажется, на стенах вот этот вот кафель-плитка выглядит как шелуха. Небольшое такое имущество, наш небольшой беспорядок. В принципе, быстренько я сняла это видео. Так просто, чисто на память.
Ничего это не значит, просто так. Почему бы и нет? Как она есть в реальности? А, кстати, еще одна дверь с зеркалом. Зеркал много, кстати, 3 стола, но нет ни одного столика с зеркалом, как это должно быть, ну, такой туалетный столик, ваните называется. Вот. Но нет, есть 1 стол, 2 стол, 3 стол, большие книги, огромное множество. Кто их будет читать, я не знаю, но чисто картинки посмотреть можно. Потом еще есть вот это вот интересное действо. The Fashion Book. Ну, тут, конечно, очень-очень-очень много всего интересного. Ну, это так, чисто картинки. Для меня это картинки. Читать я на английском могу, но мне это не даст никакой информации, потому что я к этому не сильно хочу вдаваться. И вторая книжечка такая тоже тяжелая. Разные интересные достопримечательности, места на планете Земля. Все это имущество не из дешевых, но лучше бы они вместо книг кофемейкер поставили. Или обычный такой, как бы, мини-чайничек для того, чтобы закипятить воду для чая или для кофе, неважно. И еще одна большая книга, «Дикое искусство» называется. Ну, такое, своеобразное, причудливое. Знаете, чтобы фантазия гуляла. Вот. Вот такой вот он номер в отеле Космополитен. Так это оно все выглядит. Хороший вид, кстати. Правда о том, что в городе плохой запах, это правда. Так оно и есть. Действительно, пахнет здесь не очень хорошо. И такое чувство, что это запах не сколько от людей, а сколько именно в воздухе как-то находится. Иногда свежий воздух, иногда холодно, иногда тепло. А иногда, ну, реально чем-то нехорошим таким отдает с душком. Поэтому я это знала, когда я сюда летела. Это я смотрела видео в интернете, люди разные снимали видеоролики. Вот. И еще что хотела сказать для девчонок обязательно. Когда будете лететь сюда, возьмите с собой обязательно чашечку керамическую, на всякий случай, пригодится. Второе, хороший, возьмите бальзам для губ или пойдите купите здесь в фармасе, в аптеку, тут CVS, их 2 штуки, тут недалеко. Лосьон, да, или крем для лица, потому что здесь, ну, несмотря на то, что достаточно, ну, как бы мы находимся в пустыне, да, так на минуточку, здесь очень сушит кожу, то есть губы сохнут, а кожа рук сохнет, кожа лица сохнет. Не забудьте взять с собой крем для рук хороший или для лица, или, в общем, что-то такое увлажняющее. Или тут будете покупать, уже смотрите сами. Вот, по поводу сувениров, я лично еще ничего не купила. Вот, сувениры есть дешевые, есть дорогие. Но мне кажется, если хотите что-то качественное, то берите немножко так с расчетом. Вот, я, допустим, ехала, хотела взять себе футболку классную. Ну, у меня традиция привозить футболки с разных городов, где я бываю. И если не качественная, то, ну, вещь оденешь, раз, два, три, четыре постираешь, все, оно уже похоже на черти что. Поэтому советую, если брать себе на подарок, там, допустим, родным, близким или для себя, любимых, домой к себе, берите что-то качественное, не покупайте их там за 3 копейки, потому что вы просто эти деньги выбросите на ветер. Вот такие были мои советики. Вот так вот. И по поводу еды, если у вас есть место в чемодане, возьмите с собой какой-то перекус, какие-то снеки, какие-то бары, то есть такие небольшие, как сказать, подкрепления, потому что здесь есть буфеты, есть, то есть ты платишь один раз большую сумму, ну как бы там 30-20 долларов, кушаешь все, что хочешь, и это, то есть 3 раза или 2 раза ты уходишь, а в каждом отеле находится буфет, и ты кушаешь, да, допустим, на эту сумму, все что угодно без ограничений, там и икра красная есть, и все, что вы хотите, и раки есть вареные, и лобстеры, ну, честно, ну, такое чувство, как будто ты никогда той красной икры дома не кушал, вот, ну, и черная я еще, да, согласна, ну, красная, ну, и что, ну, не забывайте, да, что вода тут нужна очень, вода здесь по вкусу другая отличается, я сколько вот путешествую, в каждых городах, в каждых населенных пунктах, странах вода отличается по вкусу, здесь она специфическая, она неплохая, ее можно пить, но она какая-то мягкая, вот как мне кажется. Самолет у нас тут летает, красивые белые полосы оставляют. Потом не берите с собой какие-то дорогие украшения, это для девчонок говорю. Вот, если пойдете гулять, лучше, не знаю, максимум сережки и все, и больше ни цепочек, ничего такого не берите, ни браслетов, ни колец. Все это, ну, грубо говоря, можете здесь оставить. Просто я вам говорю чисто по безопасности, не берите с собой, оставьте дома. Вот.
Вот. Я вот с собой ношу свои часы и сережки в ушах, потому что они у меня постоянно зарастают, если я их снимаю. Больше ничего, ни колец, ничего не брала. Вот. И, ну, когда будете ходить гулять по улице, внимательно смотрите обязательно за своими денежками, за телефонами. Ну, у кого один телефон, у кого два, у кого три. Вот. И будьте бдительны, потому что могут толкнуть. И, ну, вы сами понимаете. То есть документы обязательно, чтобы были с вами всегда. Вот такие вот будут мои советы. Не знаю, кому-то оно интересно, кому-то неинтересно. Просто делюсь с вами всем подряд. Извините, если наговорила лишнего. Все, надеюсь, вы здесь тоже побываете. Все, целую, люблю вас. Бывает.